Так, парни, всем здорово. Короче, хочу записать для вас обзор патча 7.34. Да. Давайте начнем с фантомки, наверное, да? Теперь, когда у тебя прокает ульта, она подсвечивается. То есть, ну вот. Вот ты бьешь. Вот следующий крит. Если вот это не закончится. Оп, крит. То есть ты видишь теперь. С кортика шанса гораздо больше, то есть, чтобы... Вот, 40%. Что-то вообще не работает. Ну, вот, в общем, с кортика 40%, с обычной 27%. Приятный баф. Следующий герой у нас Морфинг. Морф получил приятный аганим. Ну, как по мне, приятный. Теперь ты... Сейчас. Просто покажу это. Ну и вот. В общем. Потом мы можем превратиться в Сларка. Ну, в иллюзию эту. И телепортироваться на его место. В общем, ничего другого не поменялось особо. Следующее изменение у нас получил антимаг. Это шард. Теперь ты можешь нажимать counterspell на своего тиммейта. И потом призывается вот такая вот иллюзия. Неконтролируемая. Ты ничего не можешь делать ей. Ну и также, соответственно, на обычный counterspell. Когда... Ща. То есть то же самое, появляется иллюзия. Это, как по мне, очень приятный баф. То есть, допустим, ты отконтерспелил на лайне там какой-нибудь спел. Допустим, вот у Сэмки, да, 7 левел. Ты контрспелишь вот эту хуйню, и она просто фулл фейс теряет. И фулл ману. Ну, это очень приятно. Это прям вот приятный баф. Еще одно улучшение получил Бристлбэк, то бишь Саганима. Дадим ему 30 левел. Смотрим на Сларка, нажимая аганим. Он просто поворачивается спиной и начинает пшикать. Ну, как по мне, это прикольно. Тем более, если ты сильно выиграл начало. И у тебя очень ранний аганим. Допустим, вот какая-нибудь Цемка, да. Глиммер там. Транквилы. И форсик, да. Ну, допустим, просто для статов. Ну, вот что с героем просто происходит. Приятно, по-моему. Следующий шард получил у нас Разор. Что он дает? Когда вы квикастите, ну, на квикасте у вас стоит, вы притягиваете к себе героя. То есть, ну, это прикольно. То есть, ну, допустим, какой-нибудь Сларк будет вот так вот передвигаться. Вот с такой вот скоростью. По-моему, прикольно, приятный баф. И теперь, когда тебя бьет герой, у тебя есть шанс без шарда того, что тебя прокнет молния, которая была раньше шардом. То есть вот. Вот, можете почитать. Урон 187. Вот. Как по мне, приятно апнули шард Манки Кинга. То есть, когда у тебя квика стоит, ты прыгаешь, и у тебя срабатывает триденс на половину урона. То есть ты и замедляешь, и наносишь урон. Ну, это прям вот мега приятный шард. То, что в прошлом патче, когда не было этого шарда, было не так приятно. А так вот, ты просто дал. Ну и все. Просто приятный шард. Приятный ап шарда. Следующий, не знаю, фикс луны, я не знаю, как еще назвать это. Это, блядь, этот шард, это мега странная штука. Вот это вот. Я просто не вижу, как это можно использовать. Допустим, даже вот 6 дейдаусов. Только если вот так, если у тебя очень много урона и тебя бьют.
Ну, как по мне, юзли шард. Потому что на луне тебе нужна позиция всегда. И вот эти вот крутилки, но это, по-моему, лишнее. Следующее изменение получил снайпер. Теперь у него ульта наносит урон от атаки. То есть, допустим, да, фуловая цемка. Умирает. И когда мы убиваем героя... Сейчас. Когда мы убиваем героя с ульты, она не уходит на кулдаун. То есть вот. Оп. Оп. То есть она не уходит на КД, и это прям очень приятно. Следующее изменение получил у нас Спектра. То есть теперь у нее хаунт это Аганим, а Shadow Step это обычная способность. Как по мне, это даже ап, потому что 40 секунд на Shadow Step это мега приятно. Ты можешь в любую секунду вот так просто оп, и иметь низкий КД на кнопке на 18 левеле. Вот. Также новое изменение получил тролль, то бишь это новый шард. Как по мне, шард прикольный, мне он понравился. То бишь, допустим, вот у тебя есть вот такой закуп, да. И сейчас, цемка там тоже с тремя тарасками, стандартный закуп, да. Когда ты бьешь, у тебя еще прокает иногда, с небольшим шансом, то, что у тебя прокнет дальняя атака. Как по мне, это прикольно. Это прям приятно. Вот, оп, и ты бьешь два таргета сразу, как медуза. Также переработали очень сильно механику Бестмастера. То есть теперь ты не можешь направить куда-либо птичку, она просто будет летать вокруг тебя и станет. То есть она будет просто летать вокруг тебя и станет. А с шардом у тебя будет летать две птички. Ну вот сейчас три, потому что прошлое еще не закончилось. Это, как по мне, приятно. То есть беста апнули очень сильно. И теперь у тебя очень много дэмэджа на линии и очень много контроля. То есть вот раз птичка прыгнула, два птичка прыгнула. Раз, два. Ну, как по мне, приятные изменения. Я бы назвал это апом. Изменения шарда, но я не знаю, изменение ли это, по факту то же самое. Ты просто из инвиза даешь инвиз своему сларку. Также получил изменение кентавр, теперь он может на ходу станить. Это прикольно, типа, ты просто бежишь, оп, оп, и станешь. Также получила изменение цемка в виде нового шарда. Теперь ты отталкиваешься вот так и призываешь такую копию, которая при смерти заморозит там ближайшего человека. Еще есть забавная фишка, то что вот так нельзя бить, а вот так он бьет ее. То есть, так не должно быть, это скорее всего баг, но... Вот, только через атаку именно. Не через правую кнопку мыши, а именно через атаку. Также получил изменение дизраптор в виде... сейчас я просто покажу. Вот жму на одного, а урон наносится двоим, то есть в загоне. Вот видите, да? Так он не получает урон. А так получает. То есть два героя сразу же, или там 3, 4, 5, сколько поймаете. Очень сильно понерфили Дума. Очень сильно. Теперь Дум не дает. Сквозь Дум можно нажимать предметы по типу БКБ. Вот бежит цемка. Оп, БКБ в Думе. И вот этот талант не работает. Вообще не работает. То есть сейчас Дум с цемки спадет, и я покажу. Я все таланты прокачаю. Вот, все равно он может нажимать, там, что ему надо. Ну, кроме, естественно, кнопок именно. Вот, поэтому Дума убили.
Не знаю, как им играть теперь. Теперь земель, я не знаю, баг это или еще что-то, но он может передвигаться в куполе, переезжать через него. Ну, это не баг, это специально так сделали, то есть, ну, мне кажется, не должно быть такой механики, чтобы через купол кто-то мог перебираться. Вот, то есть он не является таргетом именно. Его нельзя выбрать, нельзя ударить, застанить и так далее. То есть вот, допустим, да. Цель неуязвима, и все. Так что земель апнули. Приятно очень апнули. Также получила изменение Enigma. Довольно сильное изменение. Ты больше не можешь хавать скрипов. Теперь вместо этого ты просто призываешь рядом. Не знаю, баф это или нерф. Но я не вижу, как это вообще применять можно. Если раньше ты выиграл лайн за то, что у тебя левел больше просто. А сейчас, ну, я не представляю, как на Enigma играть. Также очень сильное изменение получил инвокер. Прям вот его максимально поменяли. Теперь инвокер это для действительно потных ребят. Потому что экзорт больше не наносит урон с руки. То есть вот у него 223 при вексе и 223 при экзорте. Что дает теперь экзорт? Экзорт увеличивает урон от магии. Ну, от заклинаний, я бы так сказал. Вот, допустим, Санстрайк на экзортах снял Сларку. Ну, довольно много. Сейчас покажу еще раз. 710, да? А на вексах 500. То есть, ну как это можно применить? Я просто, я уже вижу вот эти стратегии. Мидас, во-первых, два заряда под вексами. Под вексами он еще быстрее кдешится. Травала. Травала, гоним. И все. Просто любой один стан. И смотрите на этот урон. Ой, я не то сделал. Прошу прощения. И смотрите на этот урон. Это с катаклизма. Два фулл... Ой, три фулл хп героя. У одного 2400. То есть с рефрешером это слишком много урона будет. Давайте вот, допустим, с Ларку две тараски добавим. Три тараски и купим на Вокера рефрешер. Вот что происходит просто со Старком, с тремя тарасками. И прикиньте, ну это все в куполе. И плюсом Вокер стал универсалом. Вот. Векс ему теперь дает минус кулдаун. То есть, допустим, без вексов Тефтеля кдешится 55, с вексами 31. То же самое с Мидасом. Сейчас я покажу, сколько КД на Мидасе будет. 60 секунд. Когда на экзорте 100 секунд. Ну, это слишком сильно. А квас теперь дает вампиризм от заклинаний. Допустим, вот меня побьют немного. Достаточно. И вот мы фуловый. Колдснэп теперь от каждой тычки, ну, от каждого тика или прока, не знаю, как сказать, хилит вас. Вот, 128, 128, 45 и так далее. Инвиз теперь дает нам мана-реген и хп-реген. 103 хп-регена, то есть, ну, как я себе это представляю, ты просто бегаешь с хиксом в инвизе всю игру, ищешь скиллы. Вот какое-то такое изменение на Вокере. Хочу записать вам каточку на нем сразу же. Но я не знаю, получится ли у меня сделать это сейчас. Также забавное изменение получил Джакира с аганимом. То есть, смотрите. Просто айсвол, как у инвокера. Сейчас я покажу вам кое-что забавное. Это удалить. Все. Таск и арк.
Бесконечная мана. 30 левела. Да, я увидел этот прикол, но все равно выглядит очень забавно. Также приятный баф получила Лина в виде того, что... Ну, ладно, сейчас я просто покажу. Вот один стак, два стака, 10 стаков. То есть ты с ульты заряжаешь сразу 10 стаков. Как по мне, приятно. Леон получил приятный баф в виде того, что ты можешь передавать ману союзнику. Это прям мега приятно на Леоне. Ты просто берешь и высасываешь ману. Это, ну, без талантов. И вот это вот он еще получил. Это очень забавно. И еще мана дрейн наносит урон. Ну, не так много, как хотелось, но все равно, типа, приятно. Допустим, с тем же самым шардом, если не будет там тарасы каких-то, да? Подожди. Это, ну, просто приятно, типа. По чуть-чуть доковыряешь. Ну, вот это выглядит очень забавно. Но это ап, это мне нравится. Я, может быть, начну на мид Леоне играть даже. Также я теперь изменили Мишку. Просто реворкнули его. Теперь аганим у именно Лондруида. Это ты можешь нажать на своего тиммейта какую-нибудь абилку. Ну, чтобы он просто бил. Допустим, вот вы лоу хп стоите, да? Вас так нахарасили. Ты вешаешь вот это на... Ой, сори. И меня хилят за счет того, что... Арквардон бьет. Это как по мне приятно. А у именно медведя... Где медведь? Куда он делся? Куда медведь делся? А, на базу полетел. Ладно, это странно, я не понял, как так произошло, но ладно. И у медведя теперь тоже свой аганим и шард есть. А шард дает руты, то есть вот он как лассо бетрайдера действует и притягивает героя. Как по мне, это забавно. И просто тянет героя. Ну и аганим это... Соответственно, старый аганим друида. То есть он может бегать по всей карте и не умирать вместе с лондруидом. Также очень забавное улучшение получила Марсия. То, что ты можешь навсегда повесить на своего тиммейта вампиризм. И, ну, типа, чем дальше ты отходишь, тем слабее он действует. Допустим, вот, если я буду рядом стоять... Вот как Аркваден будет отхиливаться. По чуть-чуть, да. Но чем дальше я становлюсь, тем медленнее он будет хилиться. То есть, видите, уменьшается и... В принципе, оно типа висит, оно есть, но оно все слабее и слабее. То есть сейчас я подойду, и оно усилится опять. Вот видите, появилась опять эта меточка, и Аркваден начинает опять хилиться. Также забавное улучшение получила Муэрта. Когда ты убиваешь героя какого-то в этой сфере, появляется еще один дух. То есть появляется дополнительный дух, и способность начинает работать заново. То есть вот все вот эти, сколько там, 10 секунд, она начинает стоять заново. И так можно просто настакать много очень. Пока что там человеку плохо реально не станет. Баланар получил баф в виде того, что если ты нажимаешь... Ой, сейчас я на квикастах это сделал. Ты нажимаешь кнопки все, и они, когда ты нажимаешь ульту или наступает ночь,
уходит, перезаряжается, в общем. И это прям очень приятно. Это прям реально приятно. Баф. Также изменение получил Омник. Теперь второй спелл, Repel называется. Он действует типа как БКБ. Он кулдаунится 45 секунд. Это, ну, на самом деле очень долго. Но это просто как старая абилка, только дает БКБ. И кулдаун дольше гораздо. То есть вот, да. Опять что произошло. Вот сколько я получаю так. Ну и вот как-то так. Просто БКБшка на 6 секунд. Еще изменение получил Сэнд Кинг. Теперь твои пески передвигаются вместе с тобой. Не так быстро, конечно, но я думаю, это заметно. То есть вот это поле движется к центру модельки. То есть сейчас я встану сюда, оно поедет сюда. Ну это прям приятно очень. И шарт у него теперь действует не от того, сколько ты расстояния пройдешь, а просто по времени. Каждые 2,5 секунды. В бой. Шар сломался, походу. Может, надо применить? Сейчас посмотрим. Уже в пути. Вот. Оно начало прокать. И каждые 2,5 секунды появляется вот эта штука. Ну, как по мне, приятно. СК сейчас очень сильный герой. Также довольно сильно убили бабку, мне кажется, потому что теперь нету... Ну, тебе надо ждать таланта на 25-м. То есть раз, два, три. То есть вот у тебя по трем целям на 20... На 20-м, да. Вот у тебя по трем целям, но у тебя нет урона. А вот с этим талантом, с 25-м, ты уже наносишь полный урон. Ну, мне кажется, ее прям сильно понерфили, потому что, ну, это неприятно. Также очень странные изменения дали Тайду. Ему поменяли шард, и теперь это просто якорь, который привязывает, ну, как паунс, ларка, я не знаю. Мне кажется, раньше было лучше. У Тайда и так всего один стан. Ну, два с ровакой. С рефрешером. Как по мне, это так себе. Ну и как обычно, наш любимый Тинкер. С ним ничего не сделали. Вообще ничего. Поменяли просто длительность ослепления, которое так никто не берет, на радиус лазера. Что тоже юзлес. И все. И больше... А, ну, уменьшили на 0.005 длительность стана ракетки. Было 0.25, сейчас 0.2. То есть, ну, грубо говоря, ничего не поменялось. То есть вот как он, он как был ёбарем всей карты. Так и остался. Ну и изменили Вич-доктора. Ну как изменили, немножко апнули. Теперь ульта наносит чистый урон. Ну, как по мне, просто приятно. И почему-то у меня сломался звук на варде. Это либо с патчем, либо еще что-то. В общем, все такие самые колоссальные изменения я вам рассказал. Может быть, потом сделаю обзор самой карты, что там поменялось и так далее. Вот, а так, всем спасибо за просмотр, удачи и пока, и подпишитесь обязательно на мой канал.